Егорь, это ты? Да, девчонки, я. Быстрее, открывайте. Фух, наконец-то. У нас все получилось. Угу. Ну, раз поняли, так поняли. Ку-ку, мои хорошие. Джессика, Джессика, а я сразу знал, что это ты. Только не понимаю, почему я тебя боялся и почему я сразу не догадался, что это ты. Игорь, обижал ты как, будто за тобой стая собак гналась. Точно, точно, а пятки-то как сверкали, я видела. Ой, да рассказывайте, рассказывайте. Я просто босиком побежал, а это вам показалось. Джессика, а теперь признавайся, зачем ты в это все переоделась и зачем ты нас пугала? А я думала, что вы уже все поняли. Нельзя играть на ночь в игру Гренни. Ну почему нельзя играть в игру Гренни на ночь? А мы тебе что, Игорь, говорили? А ты нас не слушал. Ты говорил, нет, девочки, я буду играть в Гренни, и дальше сидел, играл. Да, играл, и я не понимаю, почему на ночь нельзя играть в Гренни? И что может произойти? Игорёчек, все просто. Если будешь играть в игру Гренни на ночь, будут сниться страшные сны. Ой, ну ладно, ладно, я все понял. Окей, раз все понял, тогда мыться и спать. Чур я первая. Ну, значит, я вторая, а я третья. Ой, ну значит, я последний. Игорь, а я не поняла, почему ты в планшете сидишь? Игорь! Ай, ну все, Игорь одел наушники и нас не слышит. Наверное, опять в Гренни играет. Даша, слушай, а может быть, пока Джессика-то моется, мы тоже залипнем в телефоне? Ну давай. Даша, а ты Гренни обновила? Тю, давно еще. Как только обновление вышло, так сразу и обновила. Ух. Да что ж такое? Что, Даш, бабулька дубинкой ударила? Угу, появилась так резко, я не ожидала. А я вообще с третьего этажа упал. А мне пока везет, я ее обманываю. Девчонки, я не понял, а почему у меня планшет отключился? Что случилось? Игорь, Даша, и у меня телефон выключился. Друзья, вы не поверите, и у меня тоже выключился телефон. Я играла в Гренни, она меня ударила своей дубинкой, и все, телефон вырубился. И меня Гренни стукнула дубинкой, и телефон вырубился. Девчонки, вы не поверите, у меня то же самое.
Гренни стукнула дубинкой, и планшет погас. Да, ничего себе совпадение. Вот это да. И что будем делать? Я предлагаю ложиться спать. Хотя, если честно, вообще не хочется. И мне не хочется. Девчонки, я тоже не хочу спать. Ну раз так, если все телефоны повырубались, давайте пойдем на море. А кто-то из вас вообще купался ночью в море, а? Я нет. А ты, Даш? Я тоже, Соня, нет. Но предложение очень интересное. Девчонки, пойдем купаться? Или, может быть, я вам расскажу какую-нибудь интересную историю? Ага, опять про двух девочек и одного мальчика. Ну, если такую, то не надо. Нет, не про двух девочек и одного мальчика. В общем, слушайте, как-то раз я слышал про исторические замки такую вещь, что если приехать туда в определенное время года, то можно увидеть там призраков 300-летней давности. Как-то раз в этот день, откуда ни возьмись, там появились странные звуки. Работники этого замка целыми днями пытались найти источник этих звуков, но все было безрезультатно. Да, и вправду, как если привидение не хочет попадаться на глаза туристам, а лишь только умело их пугать? Фух, спасибо, Игорь, что ты не рассказал историю про двух девочек и одного мальчика. Ну, если честно, не было страшно. А мне понравилось. Была очень даже интересная история. А я слышала историю про заброшенный дом, в котором жили ведьмы с белыми волосами. Когда-то их казнили местные жители, сталкиваясь с обрыва в бушующее море. Теперь ведьм с белыми волосами можно встретить постоянно у подножья этого дома. Ого! Крутая история! Даша, теперь твоя очередь. У тебя есть какая-нибудь крутая история? Да. А я недавно смотрела по телевизору программу, и там рассказывалось, что ровно год назад здешние рыбаки обнаружили морское чудовище. Какое? Лохнесское? Да нет, у этого чудовища было 7 рук и 6 ног. И оно издавало очень странные человеческие звуки. Это не я. Ого, и не я. И не я, и не я. Все, слушайте мою вторую историю. Короче, как-то раз я слушал одну историю про жуткого одноглазого монстра. На самом деле это была красивая белокурая женщина. О ней очень плохо отзывались люди, так как у нее был злой и неуравновешенный характер. Как рассказывали исследователи местных ужасов, она повстречала старуху, которая обратила ее в жуткого одноглазого монстра. И с тех пор она бродит и не может найти себе покоя. Прикольная история. А ты, Сонь, что-нибудь еще знаешь? Да, Даш, слушайте. У меня история такова. Когда-то в море жило страшное чудовище, которое вредило морякам. Оно нападало на них внезапно и переворачивало корабли. Долго терпели моряки, но не могли справиться с этим чудовищем. Но когда они собрали все силы в кулак и перебороли свой страх, они все-таки уничтожили его. Но дух этого чудища бродит в море до сих пор. Ого! Все, сейчас в море я купаться точно не хочу. С
стало немножко стрёмненько чего-то. Да ладно тебе, Игорь, это же всего лишь история. Слушайте мою историю. Не знаю, но она очень похожа на правду. Мне ее рассказал хозяин замка, в котором мы сейчас с вами живем. Однажды сюда приехала на отдых семья с дочкой, примерно нашего возраста. Ей было очень скучно, и она решила вызвать духа морской Гренни. Она пришла к берегу моря и насобирала 12 медуз. А перед этим она еще выкопала яму. Положив их туда, она дождалась 12 часов ночи и произнесла заклинание. 1, 2, 3, морская Гренни, приди. 4, 5, 6, ты попробуй меня не съесть. 7, 8, 9, я не буду от тебя бегать. 10, 11, 12, и не буду тебя бояться. После этого ритуала Гренни все-таки пришла. А что произошло далее, до сих пор остается в тайне. История прикольная, но я думаю, что это все сказки. Морскую Гренни вызвать невозможно. Это все выдумки, девчонки. Игорь, а я верю. Давайте попробуем. Во-первых, мы как раз сейчас возле моря. Во-вторых, возле берега медуз валом. И в-третьих, скоро 12 часов ночи. Игорь, можешь сказать, сколько время? Сейчас 11:30. Если вы хотите вызвать морской дух Гренни, тогда давайте сделаем так. Вы пойдете собирать 12 медуз, а я тем временем буду копать яму. Согласны? Конечно, согласны, Игорек! Жутко интересно, получится ли у нас вызвать морской дух Гренни? Даша, что ты такое говоришь? Конечно, у нас получится. Погнали! Ну что, девчонки, там хоть медузы есть? Да, Игорь, валом! Мы уже 4 несем! Фух, девчонки, я думаю, этой ямы достаточно. Ложите медузы. Так, девчонки, это 4, еще 8. Хорошо, Игорь, сейчас принесем. Тем более, их там много. Так, девчонки, уже 8, еще 4 и можно начинать. Угу. Так, сколько там вы еще принесли? Ну, еще 4. 12 же нужно. Ну да, Сонь, правильно, 12. Так, Игорь, посмотри сейчас, сколько время. Нам надо дождаться 12 часов ночи. Друзья, сейчас 23:58. Осталось 2 минуты. Так, Даша, давай дальше. Что нужно делать? Надо 12 медуз положить в яму. Мы положили. Надо дождаться 12 часов ночи. Дождались. А сейчас надо произнести заклинание, которое я вам уже говорила. 1, 2, 3, морская Гренни, приди. 4, 5, 6, ты попробуй нас не съесть. 7, 8, 9, мы не будем от тебя бегать. 10, 11, 12, и не будем тебя бояться. Даша, и что делать дальше? А дальше надо очень быстренько закопать яму и ждать, пока дух морской Гренни к нам придет. Ну, что ты ждешь? Закапывай, Игорь! Ага.
Даша, что теперь делать? Когда дух морской Гренни придет? Судя по легенде, нам понадобилось 12 медуз, мы их закопали в 12 часов, и ждать мы должны Гренни 12 минут. Даш, уже не 12 минут прошло, а целых 20. Походу, наш ритуал не удался. Эх, а я думала, получится. Друзья, что будем делать? Что будем делать, что будем делать? Я же говорил, это все неправда, ерунда. Пошлите домой. У нас ничего не получилось. Столько усилий, все зря. И не покупались, и морскую Гренни не вызвали. Гренни, Шменя, я говорил, а вы не верили. Эх, я в это все поверила и надеялась.